звонил комбату, командиру бригады, там общался, но я не знаю точно, но сказал подождать 2-3 дня, что нас по-любому оттуда выведут, с этой зоны, что мы уже воевать не будем. Но так за нами никто не пришел. И сказали, что никого... Вот. Вчера, когда мы сдавались ополченцы, когда они нас забрали, он просто сказал, что хотите, то и делайте. Мне все равно на вас. Вот. Такие вот слова его были. Все, Дим, нормально. С сухпайками большие проблемы были. Потому что, ну как, выдавали как бы на сутки. Мы и растягивали на 5 суток. Эти сухпаи. И больше.